красивый. Дружба. Дружба. Глаз грязный у тебя. Чего глаз грязный? Дружба. Что происходит? Ты лёг пузико чухать? Ай, будем чухать пузико дружбе. Эти бози мой, почухали. Зубы показываешь, да? О, зубки, какие красивые белые зубки. Дружба, где кот? М? Рудик, покажи, где Рудик. Рудик. Кс-кс-кс-кс. Рудик. Куда делся Рудик? Так, поиски Рудика. Очень вкусные штучки. Дружба. Дружба. Зачем на ботинки лег? Дружба. Дружба. Что ты взял? Какую выбираем? Такую. И вот такую. Супер, вот эти вообще супер. И дружбен. Дружбена выбираем. Так, сейчас будем смотреть, какие минуты. С орешком. Так оно выглядит. Ну, если свет включить. Ого, так получше. Так, вот. Сейчас подкушу. Очень вкусно. Правда, не знаю, сколько стоит. Так, это у нас. Это. И еще одно. Красивая тоже. Давайте кусать. Давайте с боком. Очень вкусно. Прям капец. Тут орешек. Супер. Ты хочешь такую? Что как белый шоколад или помадка. Вкусно, ореховая помадка. Я вот взяла еще одну, тут вообще два ореха. Смотрите, супер. О, как они выглядят.
Хоть и рашен, но очень вкусное. Хотя в окно посмотрим. Никого нет. А собаки открыты. Тю. Иди сюда. Запрыгивай. Давай. Давай, давай, давай. Молодец. Молодец. Мяч принес. Ну, я знаю, что ты мне его уже не отдашь. Давай. Мое солнце. Покажи только. Покажи мяч. Боже, какой красивый. Это твой любимый мяч? Да? Любимый мяч? Ой. А дашь погонять? Давай. Давай мяч погонять. Ладно. Не забираю, не забираю. Ложись сюда? Или нет? Что будешь делать? Рассказывай. Ложиться? О, ты мое золото. Рядышком ложиться с мячом. Еще одно золото легло рядышком. Дружочек. Самая лучшая собака в мире. Че моя умничка? Да не заберу, не заберу. Все, отвернулся. Эй! Все? Лови мяч. Ты чего? Бери мяч. А если я сейчас заберу? Давай мяч. Неси сюда. Все, ложись. Ложись, все. Чё? Рассказывай. Чё там? Голос? Голос подаёшь? Там кто-то идёт? А где Рудик? Рудик, кот, покажи кота. Не хочешь? Рудик. Все, убежал. Алло, привет. Все. Спать так будешь?
Купец вышла на улицу, чтобы вам чуть-чуть снять, и началась тревога. Там Рудик, кстати, сидит. Эх. Блин, а это, кажись, не Рудик. Нет, это не Рудик. Перепутала. Вот Рудик. Рудик, с кем я тебя перепутала? Ты моя зёлятка. Прибежал домой. Иди сюда. Иди, мой кот. Хороший. Он, кстати, толстый сейчас. Ой, давай. Рудик. О, забираю тебя, Рудик. Там вон кот, Рудик, смотри, какой-то. На дереве. В общем, на улице у нас ничего интересного, ничего пока не изменилось. Весны еще нет, зима, все вот в таком состоянии. Чуть-чуть дров осталось, у нас есть печка у родителей. Вот. Ну, она уже современная. Можно и на мусором топить. Блин, да что такое? Это опять тревога. Я только подождала, пока оно выключилось. Вот. Так что ничего нового, холодно. Рудик тут рядом. Ничего такого не делали. Дома сидели, никуда не ходили. Кушали, отдыхали, общались. Вот скоро уже еду домой, в Одессу. Жалко, конечно, выходные так быстро летят. Я не успеваю насладиться тем, что я у родителей. Хотелось бы больше и чаще бывать. Но пока по возможности вот так, как есть. Так, я так понимаю, сейчас будет какой-то замес. О, так. Опа, кот текает. Или это кошка? Так. Хозяин двора пришел. Так, вот это сейчас, наверное, будет часами. Опа, гляделки. Походу, это кошка. Слушайте, а без перчаточек-то совсем холодно. Я их так долго не буду ждать, пока они решатся на общение. На улице тоже ничего интересного. Не хочу выходить. О. Рудик, пошли домой. Пошли домой. О, пришел. Идем домой. Идем домой. Смотри, какой классный. Все, пришли. Что по градусам у нас? Сколько тут оно? Вроде 3 градуса.